работа ведется в полной мере, в полном объеме, выполнять пытаемся намеченные свои задачи. Думаю, к субботнику мы подберемся уже с чистым городом, но хотелось бы, чтобы местные жители тоже поучаствовали. А все-таки у нас еще есть придомовые территории, есть территория предприятий, есть территории муниципальных образований, типа управления, образования, да, школы, садики, медицинские какие-то, да, у нас объекты, которые тоже требуют очистки. Надеюсь на помощь данных предприятий, сотрудников. Вот. И, конечно, большая просьба к местным жителям все-таки меньше сорить в городе. Это конкретно касается оклейки рекламы стихийной. Как ни крути, она в итоге, повисев там день-два, превращается в мусор, который нам все-таки приходится убирать своими силами.